Привет, друзья! Сегодня покажу, как сделать оригами птичку голубя. Нам понадобится небольшой квадратик бумаги, например, 9 на 9 сантиметров. Начинаем с того, что складываем квадрат по диагонали. Затем раскрываем и складываем по диагонали во втором направлении. У полученного треугольника подгибаем к основанию боковую сторону. Раскрываем и подгибаем вторую сторону. По складкам сгибаем обе части, проглаживая центральный треугольник. Далее сгибаем бумагу по центральной линии и проглаживаем. Получаем вот такую фигуру. Теперь подгибаем нижний угол вверх. Полученный треугольник отгибаем к основанию. Переворачиваем и повторяем те же действия со второй стороны. Далее с правой стороны выгибаем бумагу и подгибаем, получая хвостик. У другого края подгибаем небольшой треугольник. Этот треугольник раскрываем и заправляем внутрь. Проглаживаем и получаем клюв. Отгибаем снизу маленький треугольник и заправляем внутрь с одной стороны и со второй. Подправляем, и птичка готова. Вот такой голубь у нас сегодня получился. Другие идеи для оригами вы найдете на канале Artvium. Подписывайтесь и смотрите еще.